На календаре 3 июня. 3 июня 1885 года между губернским присутствием и Самарской городской думой разразился скандал. Поводом для него послужила ситуация с мостом через реку Самару. Дело обстояло так. Когда-то этот плашкаутный мост принадлежал городу, но однажды все расходы по его содержанию взяло на себя губернское земство. Годом ранее оно устроило гавань на берегу реки для постановки моста на зиму. Городская дума сочла, что земство без ее ведома заняло береговую полосу земли, плохо содержит мост и подъездные пути к нему, что вредит всей хлебной торговле. Дума потребовала отменить плату за пользование мостом, освободить место, занятое под гавань. Земство же сочло левую часть берега реки своим. Возник конфликт, который продолжался несколько месяцев. В ситуацию вмешался правительствующий сенат, который постановил считать дальнейшее содержание моста обязательной повинностью города. Ежегодно 3 июня отмечается довольно-таки молодой праздник – Всемирный день велосипеда. В народном календаре сегодня оленин день. На Руси в ту пору начинали сеять лен и совершали специальные обряды на его хороший урожай. По приметам этого дня не следовало плести косы. В этот день девушки должны были ходить простоволосыми, чтобы волосы были красивыми и длинными. Этими и многими другими интересными событиями вошел в историю 3 день июня. Замечательного вам настроения и успехов во всех начинаниях!